достаточно уверенно идут эти комбайны. Скорость где-то так до 7 километров. Это Massey Ferguson 7370 бета. А вот как раз идет Active. Ну, точно аналогичный комбайн. Прям один в один. Это Challenger 647. Ну, недостатки комбайнов этих в том, что они капризные, влаги. То есть не любят убирать по-влажному. Плохо себя ведут. То есть по-сухому они хорошо работают, беспроблемно. А как вот на горохе, допустим, на ячмене, если почва влажная, то есть любая земля, которая попадает вовнутрь, они с ней как-то не очень хорошо ладят, в отличие, допустим, от джондиров. Но вот зато на льне неплохо себя ведут обе модификации. Я даже сам как-то удивлен. Хотя и предполагалось, что они и будут работать. Даже не очень-то и удивлен, честно. Чуть-чуть послабее, даже, может, и значительно слабее, конечно.